Здравствуйте! Сегодня в полдень, 19 ноября 2021 года, в Киясовском районе Республики Удмуртия, произошло трагическое ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Renault Logan и маршрутный микроавтобус «Газель». В результате, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще пятеро, с различными травмами, госпитализированы в больницу. Столкновение произошло в 12 часов по местному времени, недалеко от деревни Игрово. По предварительным данным, 38-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, на 6-м километре автодороги Киясово-Ермолаево, на повороте не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с микроавтобусом «Газель», в котором находилось 8 пассажиров. От столкновения легковушку отбросило за пределы проезжей части в кювет. Женщина-водитель от полученных травм скончалась до приезда медиков. Троим пассажирам из 8 маршрутной «Газели» помощь оказали на месте происшествия. Пятеро с различными травмами госпитализированы в больницу. Стоит отметить, что погибшая женщина-водитель легкового автомобиля в момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности. Сотрудники полиции на месте происшествия проводят проверку. Обстоятельства и причины столкновения выясняются. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 18 ноября 2021 года на российских автодорогах зарегистрировано 253 случая ДТП. В них погибли 20 человек. Различные травмы получили 295, 39 из них – дети. Будьте внимательнее на дороге. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя. Всем удачи и добра.